два раза увеличилось количество коррупционных преступлений в крае за первое полугодие этого года. Об этом заявил глава краевой полиции Александр Речицкий на итоговой пресс-конференции. Большое внимание органы внутренних дел уделяют обороту наркотиков, преступности во время пандемии, незаконной вырубке леса и коррупции. Несмотря на это, год начинается для красноярских полицейских весьма позитивно. Преступность края снизилась на 2%. При этом процент раскрываемости растет и поднялся уже до 59%. С января зафиксировано 353 случая коррупции. Из них большая часть в крупном и особо крупном размерах. 70% из них пресекли сами сотрудники органов внутренних дел. Активно в этом году выявляли и преступления, которые касаются леса. В результате проведенной за 6 месяцев текущего года работы по декриминализации лесопромышленного комплекса выявлено 66 преступлений, по которым 62 тяжких и особо тяжких, а 58 совершенных в крупном, особо крупном размере. Эти показатели более чем на 80% выше, чем аналогичный период прошлого года.